Россия – многонациональная страна, в которой живут большие и малые народы. Например, караимы в Крыму – тюркоязычный народ со своим диалектом. Так с караимского переводится «здравствуйте», «куньяша» и «до свидания». «Тагут милен барнус». Это значит «ветер». «Ель». Это значит «дождь». «Яхмур». А это снегопад, когда совсем с погодой не повезло. Кар. Кстати, про удачу караимы говорят так. Кисмет болса. Что значит, если судьбе будет угодно. Русья ватанымыз. Россия – наша родина. На разных языках об одном и том же.